Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И сегодня я снова с вами, а вы со мной. Представьте, ребята, сегодня я хотела вообще снять себя в пути там где-то. Ну, не тут-то было, не получилось. Просто. О, кошки идут мои уже. Без кошек никуда. Шла уже так, минут 15 прошла, разговаривала по телефону. Вообще нигде никого, вообще, то есть абсолютно. Ну ладно, думаю. Только поговорила, только вытянула, ну, камеру настроила, иду. Какое движение, народу, автобусы, какие-то машины. Все обращают внимание, но я, короче, бросила это грязное дело. Так как у нас еще народ не понимает, что такое блогерство. Все обращают внимание, а что это? А зачем это? Ну, короче, ребята, я рассталась с этой идеей снимать там, где шла. Я ходила за интернет платить и ходила специально пешком, могла бы доехать. Я пошла пешком, чтобы поснимать, но не тут-то было. Не получилось. Не получилось и все. Хотела сегодня поотвечать на ваши там всякие вопросы, на комментарии, можно сказать, потому что накопились комментарии. Первый комментарий такой, я не знаю, кто-то написал там, человек этот в подписках или нет, я его не видела раньше у себя. Что-то вы неважно выглядите, такой вопрос. Да не, ребята, спасибо большое за то, что за меня переживаете, у меня все отлично, ну все хорошо. Возможно, как-то не так выгляжу из-за жары. Жара, как и кругом, наверное, у нас стоит 40 градусов. Пекло неимоверное. Это первое, да? Это первое. Второе еще. Из-за того, возможно, что рано встаю еще. Как бы я не привыкла рано вставать. И уже не то, что не привыкла, а наоборот, я отвыкла. Но вообще я встаю в 8 часов, а сейчас сегодня устала без 26. И там, где на видео я в 6 утра снимала, как бы это ж я рано встала, где-то около 5. Еще один момент, почему можно выглядеть неважно, а именно сейчас. Это бешеный ритм жизни. Делов, ребята, да что говорить, кто живет в своем доме, даже не в своем. Я живу в своем доме, у меня дел полно сейчас. Прям завал на повороте. Завал вообще. Вот такое вот. А еще один вопрос у меня был такой интересный, ребята. Когда я снимала, как готовлю пищу на костре, когда у нас не было света. Мне человек один написал, ой, я это самое, вот такое тоже моя мама готовила и сестра, когда у них не было газа. Ребята, хочу сказать за газ. У нас его нету, и не то, что его нету, у меня там его нету, нет. Его нет в данном населенном пункте. Этого газа не подведен вообще еще. И не только здесь, а и в округе даже. Ну, объясню. Объясняется, ребята, все довольно-таки просто, да? Я живу на Донбассе, значит. Здесь кругом шахты. Многие люди, вернее, почти практически в каждой семье, кто-либо работал на шахтах и работает. И поэтому получали люди в основной своей массе этот уголь бесплатно. А зачем платить за что-то, если тебе топливо бесплатно, да? Ну так, если разобраться. Для чего портить свои деньги, тратить? Ну газ, конечно, в баллонах у нас есть. Я в этот раз не покупала, он мне не надо, ребята. Я электрикой обхожусь. Я плачу за свет, просто у меня не такая семья обширная, не 10 человек, нас двое.
Мне электрическая плитка вполне хватает. Если нужно там какие-то закрутки, закупорки, вон у меня на улице в летней кухне есть печка, на которой там, если там объемно что-то прям надо, можно затопить, и уголь, и дрова есть, все это есть. Раньше, ребята, специально люди шли на шахту работать, чтобы потом обеспечить себя и своих близких углем. Не только там из-за стажа, не только из-за большой зарплаты. Зарплаты были достойные, конечно. Что там говорить? И даже из-за угля. Каждый год на холдинговых предприятиях угольной промышленности проходили собрания по принятию коллективного договора. И в этом договоре одним из пунктов было написано, что шахтер имеет право получать. Тонн угля. И также по его смерти имеют право получать этот уголь родственники. И также он имеет право его получать, когда он будет на пенсии. Все. Зачем покупать, да? Да. Если тебе он так достанется. Что там за движение? Как начну снимать, обязательно какие-то движения под двором. Сказать, что там она тихо сама с собой разговаривает. Ну, скажу так, за газификацию данного населенного пункта и окрестностей. Город запитан не весь. Конечно, большие дома все газифицированы. Многие сейчас перешли на электроотопление. Но многие еще частные дома не газифицированы, пользуются углем. Печное отопление, то есть. У людей печное отопление, но точно так же, как и у меня. Это отопление. Ой, движение за двором, у меня сбилась мысль, что я хотела рассказать. А, где-то в 2014 году были подготовлены документы полностью и оплачены именно по размещению газовой трубы у нас на поселке. Но из-за вот этих политических действий оплачено все было, все как положено. За этих действий все пошло на смарку у нас. Естественно, уже не до того было, и уже не то, что за нас подзабыли, нет возможности, получается. Не знаю, на улице у нас практически все получали этот уголь бесплатно. Платили только за подвозку. За сам уголь нет. Сейчас, конечно, мы покупаем. Опять же, исходя из вот этой политической обстановки. А это не то, что там у меня написали, подумали, что нет именно его у меня. Его нет нигде вообще в принципе у нас. Не предусмотрено, не подведено это еще. Хотя, как, в пределах района, там, города, это есть. Но именно к нам это не дошло, не успело дойти. Благо эти цивилизации. Получается. Это как бы дорогостоящее предприятие такое, да? И не каждый был готов вылаживать какую-то кругленькую сумму, чтобы подводить с учетом того, что топливо он получает бесплатно. Зачем тратить деньги, если ты сидел в тепле, так же самое в чистоте. Уголь здесь прекрасный. Марка высокая угля здесь. Именно у нас добывается, антрацит называется. Очень теплостойкий, вообще тепло. Отдача большая от него.
Ну вот так. Мы никогда не сидели в холоде тут. Никогда у нас не было дефицита топлива, топливных ресурсов. Их и сейчас нет, но сейчас они стоят денег, конечно, как и все вокруг. Но будем надеяться, все наладится, все будет хорошо, ребята. Если будут газ проводить, конечно, и если будет доступна цена, конечно, мы тут попроводим. Его проведем каждый себе. Но пока таких вопросов еще никто не решал. Ну, может, где-то решают в кабинетах, но нам об этом ничего не известно. Просто-напросто. Так что вы видели, что я запаслась топливом. Ого-го, как. 6 тонн уже купили на 51 тысячу и планируем еще купить, когда получим компенсацию. Уже должны с сентября давать компенсацию. Еще докупим тонны 2. И нам хватит, еще останется. Замерзать не будем. Ну вот все, что я хотела сказать о том, есть ли у меня газ или нет. Ну, может быть, люди подумали, что это у меня именно его нету, а у нас его нету в принципе. Ну вот и все. Вот так вам объяснила, думаю, доступно. Ответила еще на один вопрос, ребята. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной, ребята. Всем пока.